Так, окей, это немецкая модель, да? Бокер? Да. А универсал, да? Что это вообще это назначение? Это классическая модель, для полевой кухни они его позиционируют. Так. У него идут прямые спуски почти от обуха. Вот, обух здесь 4 мм. Имеются насечки для удобного хвата. Модель почти цельнометаллическая. Хвостовик здесь широкий, идет сквозь рукоять. Сверху прикрывается пластиком и снизу. Комплектуется такими ножными из кайдекса. Классная модель. А, еще раз назначение, ну такой типа... Полевое. Полевое такое, да? Да. Полевая кухня. И по продуктам поработать, типа деревяшки. А ветки можно там, допустим? Однозначно можно. Сталь D2, она прочная. У любого ножевого производителя есть клинки из стали D2. Это говорит о многом. Цена такого чуда? 7500 он стоит. 7500, да? А модель относительно новая, да? Так, ну как бы... Нет, но уже давно. То есть это классика уже такая, да? Да, достаточно. Но это именно немецкая, да, модель? То есть это не разработка, реплика? Компания немецкая, разработка немецкая, но мощности у них в Китае. А. Ну, как у всех ножевых брендов сейчас. Китай, Тайвань. То есть D2 это китайская, да, уже как бы сталь получается? Нет, сталь это немецкая. Так где... не, а в Китае же все это производство? Да? Производство Китая, но они закупают немецкую сталь, из нее же находится. И у него это самое, если поправлять, там как вообще? Любым абразивом. Ага. Где-то у него 8 сантиметров клинов, да, получается, длина? Нет, 10 точно будет. Вот у нас есть модель Ирамир, которую мы сами делаем. У него 10. То есть у этого 11 даже сантиметров. А по толщина, по обуху там сколько, где у него? 4, да? 4,5, я думаю, да. А это просто чисто дизайн такой, да, как бы? Ну, как, и насечки для более четкого хвата, для силовых работ. Так, если захотят купить, это ножевая мастерская у вас, ножевая, да? Ножевая мастерская Русберг, у нас есть сайт, мы сами делаем ножи ручной работы и реализуем брендовые вещи. Так, а брендовые какие еще вы можете показать? Из бренда у нас имеются ножи китайской компании QSP. Это бюджетные ножи из хороших материалов. Далее, более среднего сегмента. А цена какая сразу? 2600, допустим, вот этот нож 2600. Так, есть более интересные рукояти этого же бренда, уже 3400. Далее, Ганза, их подразделение Firebird, 4500 нож стоит, FH922 модель. D2 карбон за хорошие деньги. Также есть ножи от компании немецкой Бекер. Вот, интересная модель у них. Флиппер. Накладки очень красивые из карбона. Клиночки стали D2. И цена его. Экспейсер. 10 500 рублей. Это из-за бренда, да, из-за стали, марки стали. Да, да, конечно. И модель SOG американская. Нож с ассистом, полуавтоматически, чуть-чуть нажимаем, и он выскакивает. Ну, это Китай же все, да, правильно, я понимаю? Производство в Китае. Да. Но это оригинальные модели от брендов, которые... То есть, ты считаешь, что это брендовая модель, да? Да, уже? Конечно. Допустим, вот Соги, они американцы. Вся разработка американская, изначально производство американское. Ну, и дальше, когда стало выгодно продать в Китае, нашли Китай. У него вот есть предохранитель, в кармане никогда не раскроется. Ну и замок у них, вот этот Access Lock, он считается один из самых надежных. И модель вот тоже американская, Kershaw. Это автоматические ножи, раскрываются на кнопку. CPM-154, крутая сталь у них, карбон. Все очень круто и очень дорого. 19 тысяч такой нож стоит. А почему такая цена? Крутая сталь и очень сложное изготовление рукоять. Здесь 18 тысяч, все то же самое, сталь очень-очень крутая, рукоять современная, тут фрезеровки всякие, ну и вот автоматическое раскрывание на кнопку, чтобы его сделать долговечным и качественным, ну тоже требуется хорошая проверенная технология. Почему где-то цена в районе 18? Вот, вот это, да, это 19, это 18. Сок у нас идет 9000 рублей, бокеры 8, 10500, 8500, 10. Также вот есть китайский бренд хороший, Райк. 3400 всего его цена. Ширина клинка и длина клинка позволяют выполнять многие задачи в полевых условиях. Да и для городского ношения он классный, легкий.
Так, а это что-то на это пошло? Вот это модели нашей мастерской «Русберг». Мы специализируемся в основном на охоте, на рыбалке. И сейчас потихоньку вводим кухонные модели. Очень популярный нож, нож «Яромир», бочкообразная рукоять. Почти в любой руке будет сидеть удобно. Спуски прямые от обуха, сталь D2. 61 единица твердости примерно у него. На рукояти стабилизированная кап клена. Рукоять не боится влаги, потому что пропитана полимером в вакуумной камере. Хорошая рабочая модель. Ей также можно и по зверю работать, и по продуктам. А цена его какая будет? Его цена 8000 рублей. Вот, есть хорошая модель, разработанная совместно с охотниками, которые работают по пушнине. Это заяц, лиса, сурок. Прям хорошо долго тестировали, пришли к такому конечному варианту. Здесь у нас клинок 8 сантиметров, ширина его 10 миллиметров. Рукоять стабилизированная кап клена, не боится влаги. Очень удобно работать, полный контроль над кончиком ножа именно. Это HV5, алмаз, 63 единицы, ржавеет без ухода, но режет очень круто и очень долго держит заточку. Его цена 6200. Это новинка, да, в общем-то? Да, это одна из самых последних моделей. То есть это в этом году, да, сейчас? Да, да. Еще мы ввели в каталог нож «Сафари». Разработан совместно с охотничьим клубом «Сафари». Сталь использовали N690. На рукояти кап клена стабилизированная. Она красивая, резная. На конце такой, так называемый, грибок. То есть в руке лежит очень удобно для уверенного хвата. Спуски от обуха прямые, что нам позволяет работать как по продуктам, так и какие-то умеренные боковые нагрузки давать на нож. Вот, 10800, такая моделька. Если мы ее будем делать в стали H12MF, используют на рукояти красное дерево, как вот это, вот, мы уложимся уже в 6000 рублей. Это порошковая, да, считается? Это порошковая сталь. Это аналог нашей 110 H18 МШД. Она не ржавеет и имеет твердость 61 единицу. Вот, да. А так, конечно, самый оптимальный вариант выбора стали – это 110 H18 МШД. У нас все ножи есть. Еще раз, 110? H18 МШД, кованые. Что хочется про нее сказать? Она имеет высокую твердость и не ржавеет. Поэтому она подороже, чем наши ходовые H12MF, D2, 95 H18. Вот, за счет того, что она комбинирует в себе такие характеристики, как высокая коррозионная стойкость и высокая твердость клинка. А она всегда, собственно говоря, была эта марка стали, да, как бы в обиходе? Она была раньше. Сейчас остатков немного, но у нас на складах ее достаточно, чтобы делать. Ну, это отечественная сталь, я правильно понимаю? Отечественная, да, это наша сталь. Она что, у нее дефицит какой-то, да, бывает? То есть, ну, потому что ее уже не производят, уже не делают. Все делается из остатков. Все, что было когда-то произведено, мы делаем из этих запасов. А какая цена этого ножа, чтобы народ знал? 8900 такой нож. Вот, и самые популярные модели нашей мастерской – это нож-напарник и нож-лесник. Вот, самая популярная форма. Вот это лесник, да? Это напарник? Это напарник, это лесник. Чем отличаются? Длина клинка у них практически одинаковая. И основное отличие – это толщина обуха клинка. Здесь 2,4 мм обуха у напарника, здесь 3,5 у лесника. Что имеем? За счет того, что здесь не толстый клинок у напарника, мы можем сделать упор. Для тех, кто любит упор, кто боится, что соскользнет рука. Для тех, кто этого не боится и хочет потолще клинок, мы можем сделать нож-лесник, но он идет без упора. За счет этого ножи не являются холодным оружием и все сертифицированы как хозяйственно-бытовые изделия. Если по охоте, вот отличный нож медведь, шкуросъемный. У него такой загнанный носик, отлично им шкурить. 7900 за счет ручки. А ручка, кстати, материал, что за органика? Стабилизированные кап клена и акрил. А, плюс художественный пинт под темнячий. Интересно, акрил. А вот это что за было? Это акрил. Очень интересно смотрится. Да, очень красивый. Да, необычно, по крайней мере. И из интересных рукоятей еще хочется обратить внимание на вот эту модель. Это нож-лесник. У него комбинированная рукоять, стабилизированные кап клена, художественный пин и шишка, залитая акрилом. Ага. То есть это обычная шишка, залитая акрилом. Тоже очень круто выглядит. А сталь К-340, да? Да, сталь К-340 – это аналог H12MF. Порошок, да, это? Да, только она более уже однородная, чем H12MF. То есть какие-то воздействия грубые
она лучше переносит. Ну и также является полунержавеющей. То есть требует умеренный уход. Поработали, помыли, насухо протерли и положили храниться. Желательно не в ножнах. Так, а вот чисто под кухню люди хотят продукты там, про... Ну вот кухонные ножи у нас есть. Это кухонная такая вот... Да, ну, это линейка. Авторские ножи. У нас они идут все с разными рукоятями. А как понять авторские? Это дизайн ваш, да? Все наше, да. Ну, а вот есть... это бренд, это ваш или что это? Вот я смотрю. Ну, то есть не бренд, это самое. Это мастерская Ковчег делает. Ага. То есть мы им даем задание, они нам делают по нашему заданию. Авторские, потому что на всех ножах идут разные рукояти, разные гравировки. То есть все ножи по-своему уникальны. Сталь используем АУС-10. Это как АУС-8, чуть-чуть потверже она, поинтереснее. Сведение здесь около 0,03 мм, что позволяет очень-очень круто работать по продуктам. Прям режут они очень классно. А какие продукты? То есть зелень? Любые продукты, да, там, все задачи на кухне, овощи. Они выполнят на ура. По мясу, ну все классно. Вот, здесь такая интересная композиция, да, я вижу, залитый да, цветок, да, да. Ага. Стабилизированная карельская береза, окрашенная зеленый цвет. Меня будут спрашивать, цена какая? Можете сказать? 8900 они стоят. И тот, да? Все, да. Все три по 8900. Из интересного еще есть такая вот тяпка, 8-миллиметровая в обухе. Сталь здесь кованая, нержавеющая, 95К18, тяпка цельно кованая. Очень сложная. Производстве за счет такой толщины, то есть нам нужно взять большой блин и его расковать. Большие усилия. 14 тысяч рублей она стоит. Есть специализированные ножи для рыбалки, для рыбаков. Многие рыбаки с севера пользуются ими, по достоинству их оценили и очень им он полюбился. Сталь нержавеющая 95К18, на обухе у нас серейтер. Им отлично чистить чешую. Много есть видео в интернете, как им работают, прям классно. Именно так... вот эта модель, да? Про эту модель, да? Модель рыбак называется. Рыбак, да. И какие-то крупные кости, чем лезвие тупить, лучше перерезать этим серейтером, а лезвием работать уже по нарезке. Там продукты, опять же, на рыбалке на природе. Мясо, снять филе с рыбы и так далее. И цена какая? 6200 он стоит у нас. Все ножи можно купить у вас будет, да? На вашем да, сайте? Да, можно будет на сайте у нас. Вы мне оставите тогда это вашу визиточку? Я вам оставлю, ага. Если у вас YouTube-канал, да? Да, я это мы сам. Мы вам можем сделать промокод, по которому ваши подписчики получат. Супер, супер, отлично. Все сделаем сейчас. Отлично. Так, итак, ваша команда называется... Ножевая мастерская «Русберг». Делаем ножи ручной работы и реализуем брендовые известные ножи по дилерским ценам. Все, отлично, спасибо, хорошего вам... Выставки, продаж, ну и чтобы все было нормально. Спасибо. Спасибо. Удачи, всего доброго. До свидания.